Друзья, приветствую вас на канале «Мистика рядом. Паранормальные истории». Меня зовут Роман, и на канале новый ролик СГФ, или по-другому еще называется инструментальная транскоммуникация. ЭГФ – это современный спиритический сеанс. На этом сеансе транскоммуникации, по просьбам подписчиков, провел сеанс душой народной актрисы Надежды Васильевны Румянцевой. И тонкий мир ответил, где сейчас находится ее душа. Надежда Румянцева родилась 9 сентября 1930 года в деревне Потапово Смоленской области. Она была круглой отличницей и школу закончила золотой медалью. В школе ее прозвали артисткой, потому что она всегда что-то придумывала, пела в хоре, занималась гимнастикой. Широкую известность актрисе принесли роли, исполненные в фильмах, такие как «Королева бензоколонки», «Девчата». Румянцева скончалась на 78-м году жизни в одной из московских клиник 8 апреля 2008 года. 12 апреля была похоронена на армянском кладбище в Москве. Более подробнее о жизни знаменитой актрисы можно познакомиться в интернете. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца. Приятного просмотра. Дорогие друзья, если вам интересна мистика, мифология и паранормальная, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайки. А также делитесь этим роликом с друзьями. А я попытаюсь наладить связь с тонким миром. Здравствуйте, есть кто на связи из тонкого мира? Мне может кто-нибудь ответить? Кто на связи? Тонкий мир, спасибо, что вы мне ответили. Скажите, пожалуйста, Румянцева Надежда Васильевна, советская и российская народная артистка, сейчас находится в тонком мире, она у вас? Тонкий мир, если Надежда Румянцева у вас, вы можете пригласить для общения? Thank you.
Надежда Румянцева, если это вы, скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Это место рай или ад, или другое место? Надежда Румянцева, если это вы, скажите, где вы сейчас находитесь? Надежда Васильевна, скажите, пожалуйста, в каком возрасте у вас обнаружился талант? Румянцева Надежда Васильевна, скажите, пожалуйста, что вы сейчас видите в тонком мире? Надежда Васильевна, скажите, что вы видите в тонком мире? Надежда Васильевна, скажите, пожалуйста, у вас будут еще перерождения на Земле? Да. Да. Скажите, пожалуйста, у вас будут еще перерождения на Земле? Надежда Васильевна, скажите, пожалуйста, вы полностью прошли свой жизненный путь на Земле? Надежда Васильевна, вы что-нибудь хотите передать людям на Земле, своим поклонникам? Тонкий мир, спасибо вам за общение. Я вас отпускаю. Вот и закончился спиритический сеанс с духами. И вы все сами услышали. Кстати, призракам нельзя верить на 100%. И решать вам, верить в ЭГФ или нет. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. Спасибо за просмотр.